Здравствуйте. Ну вот подошли сейчас и рассказали историю, которую вы, кстати, нам писали куда-то в YouTube, да, под ролик, по-моему. Да, 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 жена писала, жена. Да, в сообщении. Про вашего кота. Ну расскажите, что за история? Кот. А у вас Моня. Всего, да? Да, да, три котика. Один бенгал, один ориентал, вот который Моня. Ага. Вот. И еще есть шотландец. Ага. Мех-мех. Это его так Моня назвал. Когда принесли у маленького, спрашиваем у Мони. Моня, как это назвать? Он сразу мех-мех. Ну, так и назвали, мех-мех. Понятно. И что случилось? В какой-то определенный момент времени начал очень интенсивно себя вылизывать. Прям вылизывал полностью себя вот со всех, с двух сторон. И так вот. Естественно, все вылизал, все полы съел. До кожи? До кожи, да. Кожа была лысая, прям как у сфинкса, как у сфинкса. Кормили этим, хилсом. Наш популярный хилс, вседоступный везде. Он располнел, и на животе, под кожей образовались какие-то прям... Мы сначала подумали, что опухоль какая-то. Какой-то такой жирный, какие-то жировые, может быть, какие-то вот уплотнения прям какие-то. Потом корм этот перестали, попробовать, взяли ваш корм. Вот этот. Начали кормить этим кормом. Ест он его, нормально ест. Потом решили попробовать йотси. Взяли йотси и кормили йотси. И по сей день кормим этим йотси. Все, кот похудел, шерсть выросла. Ушли эти все жировые комки. Все, кот энергичный, довольный, здоровый. Спирулину ест. Вот, прям вот горсть насыпаю ему. И спирулину даю. Да. То есть фукус, спирулина наша, вот это йотси. Фукус йотси и корм наш для кошек. Да, и корм. Корм какой, мелкий или крупные гранулы? Мы берем и мелкий, и крупный. Я его смешиваю в два. Ну, чтобы и такой, и такой вот. И сколько ушло время, что он вот полностью поправился? От начала. Это пару месяцев. Пару-тройку месяцев. Ну, отлично, сейчас все в порядке, да? Шикарно, замечательно, замечательно, котик. Ну, очень рад. Пожалуйста, муж все сказал, да, я рад, здоровью вам и котику. Благодарю. Всего хорошего. Добрый день. Да, вот добрый вы пришли, день, мы разговаривали с вами как раз о приборах, там, о разных вещах, а потом вы сказали, ну что там, да. По фокусу, а у вас... Есть про... животное, подавайте, да. Расскажите. Есть животное, и животное, ему вот 2 года, и в принципе он на этом корме... На нашем вот этом. Да, да, скажем, практически всю свою жизнь, но может быть, ну, получается 2-3 месяца, пока мы его забирали, он, естественно, питался другим кормом. А когда мы его забрали... От него, ну, пахло, как от обычного зверька, да, то есть неприятное, не очень, пахло, когда он ходил в туалет, пахло, как бы, шкурка, ну, то есть он, все, он был пропитан, у него даже изо рта пахло невкусно, хотя он был очень маленький. Ну, как и у людей, которые едят всякую гадость. Да, да, Юрий Андреевич, полностью с вами согласна. Получается, что, ну, где-то через 2 недели все это начало проходить, естественно, то есть он маленький, он ничем не болеет, но сейчас это полноценный развитый кот, абсолютно сказать, что он не ест мясо невозможно, у него очень, он очень активный, конечно, порода сказывается, он сиамский у нас, но все равно он просто супер активный, и самое главное, что у него зубы идеально белые, у него нету ни запаха изо рта. Туалет он ходит отлично, то есть тоже только никаких... на нашем корме, да? Только на вашем корме. Иногда было время, мы просто веганский покупали корм, но он сам выбирает, то есть у него 2 мисочки, и он выбирает всегда ваш корм, то есть он от любого корма, ну, уже отказывается. Так что корм просто супер. Вы мелким или крупным? Мелким. Мелким. Почему-то вот пошел ему мелкий, и крупный ему как-то не особо. Он мелкий, хорошо грызет. А там больше жиров, калорий, поэтому крупный он для более пожилых проблем. Он у нас еще маленький. И мы еще надеемся, что благодаря вашему корму он будет у нас долгожителем. Будет жить до 25 лет минимум. Ну, надеемся. И, ну, даже не надеемся, мы в этом уверены. Да, Юрий Андреевич, спасибо огромное за ваш корм. Ну, и не только за корм, за все, что вы делаете, да, ну. Вся продукция именно посвящена... Мы все попробовали, мы все знаем, и очень вам благодарны, что вы есть, за ваши лекции тоже. Благодарю. Спасибо вам, Юрий Андреевич. Здоровья вам и питомцам. Да, спасибо, Юрий Андреевич, всего доброго. А вы знаете, почему происходят вот эти чудеса излечения кошек, собак на наших кормах? Дело в том, что мировые компании, производители даже веганских кормов, они же все равно жарят.
А это единственный наш корм, единственный в мире сыроедный. То есть все питательные вещества сохранились в том виде, в каком их природа создала, или бог, боги, во что вы верите. То есть не тронутые, не свернутые белки, не денатурированные, сохраненные вообще все витамины, микроэлементы и макроэлементы, которые при термообработке выше 80-100 градусов переходят в неусвояемую форму, оттуда и почечные проблемы и так далее. И это вообще проблема с вареной, жареной пищей вообще, а для кошек, собак тем более. И поэтому вот когда они переходят на полноценный корм, который содержит в себе вообще все питательные вещества, какие только есть на планете, начиная от всех незаменимых аминокислот до всех жирных кислот, микро-макроэлементов, биофлавоноидов там и так далее, они еще это потребляют абсолютно в сохраненном виде, первоначальном и еще сбалансированном полностью так, как это нужно с НИИ питанием, это полтора года создавали. Поэтому аналогов этому корму в мире нет. Вот потому такие результаты, которые может кто-то чудом посчитать, а кто-то враньем, а это жизнь, это истина, так и происходит. И никто в мире пока подобного корма не создал. Поэтому, если хотите, приобретайте, и, может быть, вы захотите стать еще представителями, закупать оптом и продавать в своих регионах, принося людям пользу, их питомцам, ну и делать хорошее дело. Долгое время лечили его, ну так как собака возрастная уже, долго его лечили гомеопатией всякой разной, там печень у него была, плохие показатели и по крови, и по всяким УЗИ там. Потом я перевела его на корм Юрия Андреевича. И спустя полгода на его корме я сдала потом ему анализы. И врач потом посмотрел и очень сильно удивлялся, как мы хорошо подлечили собаку. Но после лечения, еще прошло года два, наверное, ничего не улучшалось у собаки. То есть были стабильные ситуации, но улучшений не было. После корма через полгода очень сильные изменения произошли в лучшую сторону. Показатели изменились, что врач сказала: вы знаете, такое ощущение, что собака не 11 лет, а как будто ей года 2-3 всего. И сейчас он уже год на его корме, ест очень хорошо. Причем раньше вот всякие разные корма, которые там были, купались, он их очень плохо ел. А сейчас с удовольствием он их ест, я ему еще, ну, он еще иногда ест фрукты и овощи. Никто даже по внешним данным не может сказать, что это собаке 11 лет. Он очень активный, бодрый, бегает, прыгает. Благодарю, Юрий Андреевич, за прекрасный собачий корм и кошачий тоже, и за чудесный шоколад. Очень все вкусно, полезно, собака счастлива, довольна. Я счастлива и довольна, что он счастлив и доволен. И главное, он здоров. Вы рассказали историю, просто повторите, если не сложно. Была такая ситуация, что вообще кормила вашим кормом очень долго, потом перевела на традиционный промышленный корм. Ну, мне нужно было там ради эксперимента, можно так считать. Дорогой, на полтора месяца его ела, но это холистик. После этого начала сильно чесаться очень. И, в принципе, ну, я неделю ходила по ветеринарам, они не рекомендовали его убирать, я сама его убрала, и после этого она прям драматически перестала чесаться очень быстро. Естественно, я заменила обратно на ваш корм. Вот, и, в принципе, сейчас я им кормлю, и она не чешется. Я пробовала добавлять натуральное мясо, которое, в принципе, в магазинах, в обычных я покупала, и оно там тоже с какими-то веществами, и она сразу реагирует. Она начинает чесаться, да, к сожалению, пока так. А когда вы убрали мясо, только оставили наш корм, она перестала? Да, естественно. То есть сейчас она только на нем. А сколько уже вы кормите нашим вот этим кормом? Я кормила 7 месяцев примерно с начала, до того, как промышленный попробовала. И после того, как вот она на нем так среагировала, уже где-то прошло месяца 2.5. И только на нем уже опять? Ну, я пытаюсь мясо ей давать периодически, потому что она кормящая кошка. Но когда прокормится, то я планирую вернуться на ваш полностью, как и была она. Ну, я советую, все-таки это полноценный корм абсолютно достаточно. Единственное, я бы советовал раздавать таблетки вот наши спирулины. Да-да, кошки очень хорошо едят. И какие-то отдельные овощи, а лучше проростки. То есть проращивать, проростки, например, гречку. Чечевицу, да? Да, можно, да. И все. И не надо никакое мясо. Вот я говорю, у нас же есть люди, которые вот сегодня тоже интервью было, 2 года, ну, с рождения, то есть перевела только на наш корм. Обменные, то есть все клетки организма уже не по одному разу обменялись, то есть, понимаете? Ну, благодарю вас за интервью и здоровья у кошки. Да, все. Спасибо.